Дмитро Ілліч, ну і традиційно моє перше запитання, про що думаєте останніми днями, але зараз я не з нього розпочну, тому що я не можу проігнорувати футболку, яку ви надягли сьогодні, я так розумію, з певним меседжем, з певним посилом. Я должен встать. Я дійсно надів футболку сьогодні. Футболка это говорит о том, что вот я покажу ее. Футболка это говорит о том, что в тюрьме в Грузии находится величайший политический деятель, великий президент Грузии, великий реформатор Михаил Саакашвили, который уже две недели голодает, и жизнь которого в опасности. И своим появлением в этой футболке я хочу привлечь внимание всех людей во всем мире к тому, что Саакашвили нужно спасти. Мы не имеем права молчать об этом, не говорить об этом. Я хочу, чтобы вот этот жест, этот акт, который я сегодня совершаю, послужил освобождению, скорейшему освобождению Михаила Саакашвили. Дай Бог. Я, с вашего позволения, посижу немножко в футболке. С задоволенням. Спасибо. Якщо це приверне увагу, якщо це хоч трішечки допоможе я на это и надеюсь, если звільнити Михайла Миколаївича,